Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу послать вам беседу своего канала. Ссылка на нее будет в описании. Здесь мы сможем с вами свободно общаться. Я буду отвечать на ваши вопросы, и вы будете знать обо всем всегда первыми. Поэтому, кто еще не с нами, ссылка на беседу есть в описании. Либо можете написать просто в сообщество моего канала, и вам бот даст ссылку на эту беседу. Все, всем желаю приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет Мурка в деле. За это вы просто обязаны поставить каждый лайк, потому что Мурка в деле — это всегда самая классная, интересная серия. Поэтому, пацаны, пройдите активность, давайте на этой серии наберем как минимум 200 лайков. Сегодня я буду снимать без вебки, потому что некоторые писали, что типа вот это портит атмосферу. Ну, давайте проголосуем насчет этого в комментариях, снимать мне с вебкой или нет. Поэтому пишите в комментариях, как лучше. Ну а сегодня я решил сделать такие образом. В этой серии я повторю все свои самые старые трюки, которые были самые интересные. Перелечу мост Южного, перелечу ВЧ, перелечу Батырева, перелечу этого, перелечу озеро. Я считаю, что будет это очень круто, пацаны. Помним, как это было и с чего вообще начиналась Мурка в деле. Повторюсь, пацаны, с вас обязательно лайк. Но я хотел бы напомнить, что я на первом серии Мазин Холли Плей, мне Кирилл Путбуль, вы можете видеть сейчас его на экране. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите мне капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сером Мазин Холли Плей. Ну что ж, думаю, давайте сядем в машину. Вот эта Мурка, да, конечно, она уже не выглядит как раньше. Раньше она была такого темно-фиолетового цвета на черных дисках, но теперь она выглядит совсем по-другому. Но, возможно, когда уже выйдет летний модпак, я ее сделаю такой, как она была когда-то. Давайте я сейчас заеду, куплю ремок, в принципе, и мы уже продолжим. Ну что ж, пацаны, я купил ремок, заправил машину, и теперь мы можем прыгать. Я уже приехал на первое место. Это, наверное, первый самый такой прикольный трюк, который я сделал на Мурке. Это было в первой серии, самой первой серии Мурка в деле. Эта серия вышла, ну, примерно год назад, можете найти на канале, я думаю. Просто пропишите даже в поиске Amazon HRP Мурка в деле, и вы найдете все серии, которые были. И там очень много всего интересного. Ладно, не будем много разговаривать, давайте прыгнем. Короче, там вот впереди есть трамплин, и с него мы должны, в принципе, улететь в воду. Вот этот трамплин, давайте ускоряемся и пробуем. Ну, почти, кстати. Нихера себе сатулечку наебнули. Я просто отпустил чип рано очень, поэтому сейчас давайте пробуем, я думаю, еще один раз. Так, я заехал снова наверх. Просто я помню, что я этот трюк выполнял без нитро. Давайте еще раз попробуем с нитро, ну а потом уже попробуем без нитро. Просто нитро немножко все портит. Я так думаю. Так, мы снова не долетели в воду. Наша цель именно долететь в воду. Сейчас я попробую вообще прыгнуть без нитро. Так, все, заехал, нитро закончилось. Теперь можно попробовать еще раз прыгнуть. Если мы не долетим, то я не знаю, что делать. Просто еще зимняя физика, может быть, разгон типа совсем другой, либо... Я не знаю, короче. Раньше, тем более, чип-тюнинг был намного лучше, а сейчас это совсем другое. Раньше не нужно было кнопку держать, чтобы чип работал, а сейчас это обязательно, типа, ну. Поэтому, возможно, из этого я не могу долететь до воды, но было довольно-таки прикольно. Давайте переходить уже к следующему трюку. Итак, вот мы на локации следующего трюка, нужно перелететь лес. Получается, вон там находится лес, и там есть такой трамплинчик. Сейчас, я думаю, все увидите, пацаны. Не забывайте ставить лайки. Я знаю, что активность на канале упала, но давайте наберем реально под этой серией много лайков. И пишите обязательно тоже комментарии. Так, давайте разгоняемся, я с нитро попробую. Главное чип юзать, потому что именно за счет чипа машина взлетает, получается. Так, ладно, давайте здесь попробуем. Ух ты, ёпта, неплохо, неплохо. Так, я не помню, где я в прошлый раз. Так, немножко... Немножко я думал, что мы сейчас не встанем, но все обошлось, в принципе. Давайте, я думаю, попробуем еще раз с той стороны прыгнуть, где я только что прыгнул. Потому что здесь какой-то угол сильно жесткий, и, скорее всего, мы нормально даже не прыгнем. Так, берем разгончик. Кстати, нитро сейчас нету, это хорошо. Бывает, нитро портит, типа, ну, видели, как машина начинает назад тянуть. Это из-за того, что нитро так работает с чипом. Оп. Ну, такое себе, на самом деле. Я должен был, по идее, дальше улететь. Почему постоянно переворачиваюсь, мне интересно. Почему? Во, все нормально, обошлось. Давайте еще третий раз попробуем финальный, и потом уже поедем выполнять следующий трюк.
Так, давайте ускоряемся, попробуем с нитро. Просто здесь трудно вот этот поворот на самом деле вписаться, типа, ну, это не так уж легко, как кажется, возможно. Так, опа. Вот, это уже неплохо. Ну, блин, мы все равно далеко не улетаем. Ох, я березину как уебался. Ну, я не знаю, может, это не березина. Нет, это не березина. Какое-то дерево. Ну, машина, конечно, в тотал. Все, пацаны, сейчас мы переместимся уже в другое место. Так, все, я приехал. Следующий трюк это перелететь, получается, Батыева. Вот в этом месте. Я, в принципе, видос пересматривал, где эти трюки делал. И вы именно вот в этом месте нужно прыгнуть, чтобы перелететь. Но как это будет на деле? Я вот пробовал, блин, видели, я вот два раза уже пробовал, и типа. В прошлый раз у меня получалось много по-другому все. Типа, вы, думаю, смотрите, это легко так сделать, типа, я бы так сделал, но на самом деле нет. Это либо рандом, либо скилл решает, я так и не понял. Так, все, ускоряемся. Так, главное в эти березины не въебаться на самом деле. Так, по-моему, сюда нам надо, да? По-моему, да. Так, полетели. Нет, нихера, смотрите, не долетает. Блять, а что мне теперь делать? Я же отсюда не выйду. Блять, я что-то об этом вообще не подумал. Ну пиздец. Вы видели вообще? Это я с нитро ехал же, да? Я просто не долетел. А почему тогда чип тут лучше, типа, работал, чем этот, или что, я не понимаю. Или я разгон плохой взял. Короче, пацаны, какая-то дичь, я не знаю, походу мне сейчас придется перезаходить. Все, пацаны, перезайду, сюда доеду и продолжим. Так, пацаны, я перезашел, заправил тачку обратно, потому что бен закончился почти. И, блин, админ зашел в игру, и это очень плохо, потому что если меня опасает Де Морган, то, блядь, это придется потом час сидеть, и потом через час дальше продолжать снимать видос. Поэтому я, короче, не знаю, что делать, но я думаю, что-то нужно делать по-любому. Так, все, я отъехал, давайте пробовать. Блять, главное, чтобы меня просто сейчас не посадили, потому что, ну, это будет фейл года просто. По-другому я это назвать не могу. Так. Блять, нихера. Не, хуйня какая-то получается, пацаны. Я не могу перелететь какого-то хуя. Почему? Блять, когда я раньше это выполнял, я это мог выполнить спокойно. Ну, как спокойно? Я это мог выполнить, я спокойно перелетал все дома и вылетал на поле. А сейчас я не могу этого сделать. Так, пробуем, короче, еще разочек, блять. Надеюсь, получится, пацаны, потому что я очень хочу выполнить все трюки, которые вообще есть. Так, оп. Не, нихера, я не долетаю вообще. Я просто не долетаю, точнее, я не перелетаю дома. Понимаете, я должен перелететь вот сюда прям, за забор этот. А я не могу, я реально не могу просто. Просто не могу никак это сделать. Я просто не понимаю, почему. Походу, раньше чип был мощнее, чем который сейчас стоит. И поэтому я не смогу этот трюк повторить, к сожалению. Ладно, поехали тогда на другое место. Так, я приехал на место следующего трюка, пацаны, это перелететь в ВЧ-2. Ну, оно уже не задействовано, но я его когда-то перелетал год назад. И я хочу это повторить еще раз. Давайте спускаемся, получается, вниз. Вот отсюда мы, я думаю, будем прыгать. Довольно-таки неплохое место. Главное, чтобы меня, повторюсь, пацаны, не посадили. Потому что, блядь, меня развернуло. Если меня посадят, короче, то все, это будет полный фейл. И придется потом час ждать. Но, блин, потом через час может быть еще больше админов. И потом я вообще не смогу ничего сделать. Так, давайте, я думаю, сейчас потихонечку ускоримся. Так, включаем нитро. Блять, чип просто как-то хуево срабатывает на самом деле. Я не знаю, в чем дело, но он как-то очень плохо срабатывает. Так, летим, летим, летим. Ух, ебать, березина какая хорошая. Но я почти перелетел, пацаны. Просто надо разгончика побольше взять и немножко, получается, правее. Так, все, отъехал подальше в этот раз, чтобы еще разгон сильнее был. И нам нужно прыгнуть в вот этот уголочек. Я уже вроде бы его наметил. Так, вот этот уголочек нам нужно взлететь. Так, давай, 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 давай. Блять, твою мать, ну я же чуть-чуть не хватило. Буквально, пацаны, нужно было перелететь за забор. Буквально, ну, блять, сантиметрик не хватил, грубо говоря. Пиздец, конечно. Так, я решил взять еще больше разгон. Я надеюсь, это мне поможет перелететь уже полностью. Все, это последняя попытка, третий раз. Я думаю, вы заметили, что я по три попытки всего делаю. Так, давай. Лети, 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 лети. Сука, нет, нет, ну, блядь, я хочу перелететь. Почему? Вот постоянно в трюках, которые я выполняю, типа старых, мне не хватает совсем немножко, блядь, чтобы сделать это. Так, давайте я еще раз попробую, прям реально последний раз. Я еще дальше, короче, отъехал. Блядь, только сейчас у меня не получится, я просто охуею. Серьезно. Потому что, ну, блядь, давай, давай, давай. Ай, блядь, твою мать. Ладно, пацаны, тогда поехали другой трюк выполнять. Только, а как мне сюда теперь выехать? Вот в чем, пацаны, проблема. Я немножко застрял. Совсем немножко, в принципе, да. Пацаны, нужна БМВ, не бита, не крашена. В полетах не участвовала. Ладно, сейчас, короче, как-то выберусь и продолжим.
Ну что ж, пора выполнять следующий трюк, а именно перелететь озеро. Сейчас давайте попробуем. Я даже не отмерял, чисто сейчас на глаз попробую прыгнуть. Не знаю, получится у меня это или нет. Так, давайте ближе сюда. И... Так, заехать у меня получилось, а вот перелететь, это уже другой разговор. Хорошо, что я машину припарковал. А, ну давайте вот так вот попробуем проехать. Получится у нас или нет? Нет, не получится. Ладно, давайте попробуем еще. Я просто даже не отмерял, я чисто отъехал. И так, чисто наугад прыгнул. Давайте сейчас я уже машину возьму. Я отъеду и уже прыгну, в принципе, нормально. Так, вот бэха появилась. Так, я отъехал, но сейчас Альбин жестко всех наказывает. Скорее всего, меня сейчас посадят. Но надеюсь, этого не произойдет. Так, давайте ускоряемся. Приблизительно я вроде бы траекторию выбрал. Блять, не смог, пацан, доехать, прикиньте. На остров заезжаю, а прям перелететь у меня не получается вообще. Ладно, давайте попробуем тогда еще один раз. Так, пробуем последний раз, наверное, этот трюк выполнить. Ну, блин, я не помню, как у меня в прошлый раз это получилось, хотя видео смотрел. Ну, тут, скорее всего, надо просто попасть в нужное место и все. Как бы да. Не, нихера. Не получается вообще. Бля, скорее всего, это из-за того, что совсем чип другой теперь, блядь. И он не такой резкий, не такой скоростной, как был раньше. Поэтому я, блядь, не могу выполнить свои трюки, которые я выполнял когда-то. Ладно, поехали тогда на последний трюк. Это перелететь Эдова. Посмотрим, получится у меня это или нет. Ну что ж, вот мы приехали в Эдово. Здесь оно не задействовано, если что. Я не помню, на тот момент, когда я снимал полеты, скорее всего, оно тоже было не задействовано уже. Блять, я честно не помню. Блин, я вот смотрел видосы, но я не помню, как я именно прыгал. Сейчас, короче, если меня не посадят, пацаны, то, возможно, я это выполню. Берем разгон хорошенький, такой бодренький разгончик берем. Блин, если я здесь не прилечу, то, скорее всего, просто чип не так работает, как раньше, и все. Как бы руки у меня нормальные, поэтому не нужно там писать, что вот те руки жопы, раньше было лучше. Лучше. Опача. Не, не долечу. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это жесткий удар просто, блядь. Жесткий. Жестокий просто удар в стену, блядь. И в тачка в тотал. Все, я развернулся. Давайте попробуем еще раз, но немножко в другом месте. Так, ускоряемся. Давайте. Так, вот здесь есть такой проездик, чтобы нам скорость не терять. И. Ебать его в рот. Ну, грубо говоря, я, кстати, перелетел. Ух, ебать, тормози нахуй, тормози, блядь. Фух, тачка успела остановиться. Ух, ебать, я не на тормоз нажал, пизда, это так было близко, пацаны. Блядь, это получилось лучше, чем в прошлый раз, чем год назад, это реально получилось даже лучше. Так, давайте пробуем последний финальный раз тоже прыгнуть и посмотрим, как это все получится. Все, я снова развернулся, давайте прыгнем последний раз, пока меня не посадили, потому что что-то я чую, пацаны, что за мной сейчас могут спекать админы, поэтому давайте попробуем последний раз прыгнуть. Блядь, такие трюканские просто, я отпустил просто чип, пацаны, кто не понял, потому что я понял, что я хреново полетел. Ну ладно, пацаны, я думаю, на этом будем заканчивать, надеюсь, вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите приятные комментарии, всем пока-пока. Ha 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 ha!